Итоги прошедших выборов подвели накануне в ангарском Теразбиркоме. Депутатский мандат по одномандатному округу номер 94 получает Алексей Красноштанов, кандидат от партии «Единая Россия». По федеральным спискам также лидируют единороссы. По словам председателя ангарской ТИК Валентины Мазиной, в целом выборы прошли спокойно. В день голосования поступило всего 3 жалобы. Первая со стороны 40-го участка, куда якобы подвозили избиратели по открепительным удостоверениям. Это были сотрудники птицефабрики, где непрерывное производство, рабочая смена до 21 часа. И они заранее, администрация этого предприятия, предупредила участковую комиссию о том, что они просили своих сотрудников получить открепительные удостоверения в связи с тем, что они будут на работе. И вот эти люди, которые работали в день голосования 18 сентября, они голосовали по открепительным удостоверениям на участке, который ближе всего расположен к данному предприятию. В день голосования в ТИК поступила еще одна жалоба, сообщающая о подкупе избирателей из машин. Заявление передано в правоохранительные органы.